точке кипения ТГУ состоялся проектный реактор «Инженерия будущего». Этот формат коллективной работы придуман Институтом регионального развития, управляющей компанией научно-образовательного центра Самарской области, для того, чтобы входящие в консорциум университеты превратились в постоянно действующие площадки для генерации идей и проектов. Участниками форсайт-сессии, прошедшей в точке кипения ТГУ, стали молодые инженеры, студенты, ученые и технологические предприниматели. Команды проектного реактора в ТГУ сосредоточились на четырех основных направлениях, которые, по мнению участников, нуждаются в преображении – инженерия, строительство, медицина и образование. То есть на основных направлениях национальной технологической инициативы и, в частности, научно-образовательного центра Самарской области. Мы рассмотрели различные варианты организации коллективной работы и пришли к выводу, что наиболее интересно результаты получаются в том случае, когда каждый человек включен в проектирование этого образа будущего, которое совместно делается. Если мы помогаем каждому человеку дописать свой там кусочек пазла, то у нас в итоге потом складывается общая картинка, которая наталкивает людей на новые мысли, на новые вдохновения, чтобы уже превращать эту реальность, это все в реальность. Тольяттинский госуниверситет стал вторым среди вузов, входящих в консорциум НОД Самарской области, запустившим проектный реактор. В конце января новый формат протестировали в Самарском госуниверситете. На очереди Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Самарский государственный технический университет и Самарский государственный экономический университет. Это мероприятие дает шанс раскрыться человеку, и рассказать о своих идеях, не бояться выставить свою точку зрения, свою кандидатуру. Это мероприятие позволяет человеку понять, что он вообще хочет от себя в будущем и что он хочет в будущем от общества. Поэтому, я считаю, это действительно очень важно. Глупо идти слепо куда-то двигаться, если ты не знаешь, куда придешь. И особенно, если ты не знаешь, как ты это будешь делать. Во-первых, я убедилась, что точка кипения в ТГУ работает, что очень радостно и отрадно, что это не просто одно из заявлений, такой мертвый проект, а проект живой, работающий, интересный. Это первое. Второе – это то, что идеи есть, и они появляются, генерируются и, наверное, будут появляться. Что появилось осознание того, что идеи должны иметь свое воплощение, и это тоже важно. Самые интересные идеи проектного реактора получат поддержку Института регионального развития Самарской области и реальный шанс дорасти до конечного продукта.